Виктория, ты в эфирном пространстве. Что ты видишь, Виктория? Крутятся какие-то геометрические фигуры. Уже настроилась на них. Хорошо, Виктория, отсоединись от этих ситуаций. На счет три найди в эфирном пространстве мое эфирное тело, Евгений. Один, два, три. Да, вижу. Как я выгляжу? А вот где шестая чакра, там прям такой звук идет, такой гул. И такое затемнение черное. А в секторе магии кто-то есть. Вижу, что стеклянная такая рука. Типа, как будто бы это ты, но да, это программа, которая берет какую-то фигню от этой черной руки из сектора магии. Какой-то блестит одна грань, какая-то пирамида. А это Меркаба. Так, ладно, Виктория, отодвините ситуацию. Считай мое эфирное ДНК, я ли это? Да, это ты. Спроси у меня разрешение потрудиться со мной для меня. Ты разрешаешь. Так, кто там находится в секторе магии, приказываем проявиться в соответствии его физической ДНК. Появилось какое-то существо с длинным хвостом. И этим хвостом вот так как кнутом швякнуло. Так, приказывает этому существу принять вид согласно его физической ДНК. Кто на физике? Хвост. Так, давай сначала поймем, на, кто это на эфирном плане. Так, приказывает этому существу принять форму истинной его эфирной ДНК и называться «Кто он такой?». Он выглядит как ящерица длинная, с длиннючим хвостом, с лапами, черный. И считывается как дух безбрежия. Так, приказываю этому духу отвечать, что он делает в моем пространстве. Он говорит кую. Так, он как кузнец какой-то. Так, какие воздействия эти действия на меня? Ну, я вижу, это черная энергия. И с правой стороны снова как будто ржавый лист какой-то, ну, металлический. И там считывается вот это распятие Иисуса. И от распятия тянется в сектор интерферентов под ключик. То есть это их программа. Ну, тебе вот эти программы безбрежия, то есть безбрежие. Личностные границы и программа жертвы. Вот. Так, давай посмотрим, когда впервые эта программа появилась, одна из этих программ появилась у меня в пространстве. Какая самая первая? Ну, смотри, сейчас идет вот так. Я всматриваюсь в это существо, ну, в этого духа, и вижу тебя, что ты вот так нагнулся прямо в этот сектор магии, и как будто книга такая большая, ты перелистываешь эту книгу, а в этой книге такие как геометрические разные фигуры на каждой странице. И ты так всматриваешься, и она раз из книги вот так поднимается вверх в пространстве, как оживает. Так, что это за книга, спроси у меня, что я делаю? Считывается магические знания.
Так, для чего я это изучаю? Спроси у меня. Я вижу, как прибиваешь себе вот эту ржавую штуку, программу жертвы. Укрепляешь ее. Так. Что это за книга, которую я читаю? Что это на физике происходило в этот момент? И идет как какая-то медитация, что ли. Я вижу снова эту картинку, что ты берешь эти две пирамиды, пирамида в пирамиде, вот так. И ее берешь от сектора магии, у этой черной руки, и как бы к себе ее, в сердечную чакру. Так, что происходит в эфирном пространстве, когда я вот это в сердечную чакру поместил? Я вижу, что в этот момент раскручиваются в противоположные стороны нижние чакры и верхние. Верхние крутятся как бы по часовой стрелке, а нижние против часовой стрелки. И энергосфера вот так в двух местах перекручивается. И в этот момент я вижу, как просто из сердечной чакры такая черная энергия, считывается отработанная, выплескивается, как будто там прорвало трубу в сектор интерферентов. И вот так сразу так, как будто сдулся. То есть вот сердечные чакры вот эти все, вот оно как будто бы сдулся. А нижние чакры и верхние чакры вот так как пережаты и такие как отдельные. То есть получается, как будто они живут своей жизнью отдельной, без души. Понятно. Так, Виктория, где это мое решение заниматься этими магической геометрией? Где мое решение, когда я решил заниматься этим? Ну вот оно, ты занимаешься, решил и занимаешься. Так, хорошо, Виктория, я отказываюсь, захожу своим сознанием в тот момент, когда я решил этим заниматься, и отказываюсь от моего решения заниматься этой магией. Вижу, как ты вот из себя высунул, и в книжку это засунул, и одну страницу так закрыл. Черная книга. Я передаю тебе, чтобы ты и избавлялся от всех чужеродных этих конструкций, программ, чтобы что ты хочешь отменить на уровне сознания все твои решения, вторгаться в твое личное пространство самому и разрешать другим это делать. И я вижу, как твоя энергосфера раскручивается вот в этих двух пережатых местах. Ну, как шарик вот так взял, скрутил, а потом раз, он раскручивается. Вот восстанавливает твою энергосферу, и вижу, как эти на самом деле не пирамиды, а как будто такие ржавые, поржавевшие треугольники, плоские, отваливаются. Вот. Хорошо, все чужеродно отправляю на аннигиляцию. И вот этот существо, как ящерица длинная, отдавай ему и меняй все твои убеждения, где ты принимал как истину, что вот я слышу не любовь к себе, где ты принял решение не любить себя, что ты недостойный всего самого лучшего. Находи этот момент. Нахожу самый первый этот момент, когда я принял решение не любить себя. Вижу, что какая-то картинка идет, что такой мальчик лет 4 или 5. Какое-то колесо у него в руках. А, на палочке. На такой. Что это такое? Как будто бы какое-то колесо. И ты вот так его берешь из сектора магии.
перекатываешь в сектор, нет, сектор интерферентов, сектор магии. Так, кто находится в секторе магии, приказываем проявиться в соответствии физической ДНК. А я вижу какая-то ситуация, что-то ты как будто бы прячешь вот так за спиной. А, что-то какой-то, как какой-то этот кубик. Что-то вот такое, какая-то фигурка. Так, что я прячу этот кубик, я вытащу и покажу тебе. Оно похоже на, считывается по-украински, крейда, мел. Я вижу, что ты что-то как будто бы рисуешь на асфальте или на бетоне, вот так вот. Что-то нарисовал. Так, что я нарисовал, Виктория? Слышу Меркаба. Так, возле Виктория. Правой ноги. Какой-то, ну, я не знаю, это не Меркаба, ты нарисовал, ну, вот так, ребенок, даже не умело как-то, вот так, ти-ти-ти, как будто бы треугольничек какой-то, ну, такой, даже не ровные края, а такие, даже с петлей, с такой, ну, вот так вот, просто, чу-чу-чу, ну, как дети рисуют. Виктория, считай, информация, это нынешнее воплощение у меня. Или... Четыре. Да. Ну ладно. Да. Так, нынешний. Хорошо. Так. Считывается коммунистическое. Может, это звездочка, кусок звездочки? Ну, может быть, да. Так, что в этот момент, Виктория, на эфирном плане произошло? Вижу, что вот эти программы такие красные, агрессивные, они как будто бы ждали, и как, о, ну, дождались, Эврика, вот. Так. Да, это программа подчинения, программа встроиться в систему. То есть оно как будто бы вот накапливалось, накапливался, и потом это свершилось. Так, и эти вижу, программы. да. Что ты видишь? А вижу, что вот эти красные энергии, это как агрессия. Все-таки слышу, агрессия. Они как будто бы взяли твою правую руку в такие красные, как наручники, и привязали к этому символу. Так, хорошо. Вижу, Виктория, то, что произошло на эфирном пространстве в момент рисования. Да, видишь. Так, я хочу отказаться делать это, подсоединяться к этим программами, подчиняться коммунистической проникновению. Символике, да. Это коммунистическое, а коммунизм – это на самом деле фашизм. Вот, то есть уничтожение личностных границ, уничтожение, считывается, да, какой-то пафос. Безбрежность. Да, то есть уничтожение личностных границ и ценности жизни. И я вижу, что ты берешь вот эту звездочку, которую я нарисовала, она даже не дорисованная. И как вот это у Верки сердючки на голове, звезда эта дурацкая. Вот так ты вот этой программе безбрежья вот так и одеваешь. И в этот момент вот это распятие этого Иисуса, как будто там, знаешь, ожило, такие глаза черные, и уплывает в секторе интерферентов. Ты берешь эту программу, скручиваешь, отказываешься. Отказываюсь от вести чужеродных себя как программ. Жертва, наоборот, да, я люблю себя, да, осознаю, что первый источник любит меня, что Вселенная Мать любит меня. Я люблю и себя, и гармоничную Вселенную. Я отказываюсь принимать мое пространство, чужеродные программы,
энергии воздействия, отторгая все чужеродное. Как твою маму зовут? Елена. Вот, проявилась, сняла платочек, колдовской платочек. То есть я ей передаю информацию, чтобы... Это она тебя к этому подвела? Чтобы она уходила с этих программ, ты ее прощаешь за насилие в твоем пространстве, за то, что она навязывала тебе свои программы. Вот, прощай, отпускай и отдавай карму в антимир за всю систему порабощения человеческой души. Я прощаю мать ее, чистую душу, а всю карму отдаю этой системе антимира за все воздействия, ложь, обман. Я слышу, как я говорю, прости меня, сынок. И я тоже прощаю себя за то, что в том воплощении отдала тебя на... жертву. На жертву, и эта штука уходит. Хорошо. Вот. Прощаю Викторию за все эти действия. А все это насилие антимира отдаю насилию. Да. Отдаю антимиру. Поднимаюсь вверх. И я лично забираю всю мою энергию с тех пространств, из тех программ, которых я одушевила во всех моих воплощениях, и которые стали основой родовых программ многих родов. Я прощаю себя за это, выполняю мою миссию это все растворить, забираю всю мою энергию и тебе передаю, чтобы тоже возвращал все частицы твоей души со всех решений и забирал свой дух со всех мертвых конструкций. Призывая все мои частички души, очищая их, потенциал забирая, энергию мою забирая, все очищая и привожу в гармонию физической и эфирных тел во всех уровнях, во всех временах. Вижу, как твоя энергосфера вот так увеличилась, стала такая плотная, огромная, а вот этот дух безбрежья вот так вот стал как ниточка и уходит, но вот так он уходит в сектор интерферентов, ну, как обычно в этот портал, ну, такая вот тянется тоненькая ниточка где-то к твоему решению, я слышу, быть побитым. Так, где это мое решение быть побитым, я покажу тебе, что происходило в этот момент на физическом плане. Так, вижу, родился ребеночек. Но почему-то у него имплант уже есть, как будто пуповина такая серая, вот так торчит вверх. И вокруг пупка такой серый тоже этот кружок. И почему-то доктор, мужчина, бьет тебя по попе. Чтобы закричал. А, он бьет по попе. А, я разрешил вот это избиение. Так, так получилось. Ну еще нужно посмотреть, что это за пуповина. А, она неестественная, потому что ребенок рождается, и пуповина тянется в мать. А это, я вижу, как эта пуповина тянется в маму. Еще это место не вышло детское. А имплант такой, как будто бы такое что-то торчит, как палочка такая. Вся пожухла, серого цвета. И вокруг пупка тоже такая, как это, как серый, как пятно серое, круглое. Тянется что это сектор за имплант? Интерферента. Давай посмотрим, что это за импланты, как они считываются, Виктория. Палочка. Сейчас мое внимание все время вот так скользит
Куда? Кто к интерферентам? Так, приказываю всем интерферентам, которые находятся в моем пространстве, им всем я приказываю проявиться, согласно их эфирных ДНК, стать в линии по старшинству. Это приказ. Так, там появляется какой-то... Считывается лапотник, и вижу одна большая нога. Угу. Так, как это будто отдельная? Отдельная большая нога стоит в секторе интерферента. Приказываю хозяину этой большой ноги проявиться полностью, согласно его эфирным ДНК. Что за лапотник? Лапа какая-то. Сейчас, давай посмотрим, когда это проявилось впервые. Впервые. Хорошо, Виктория. Давай посмотрим, когда этот... Именно вот имплант ты имеешь в виду, Виктория? Ну, или... вот этот имплант связан с такой же этой странной серой ногой, как будто бы она отрублена у человека, у какого-то, где-то до колена. Ну, такая так. Какая-то большая, такая какая-то непонятная. Так, хорошо, Виктория, давай посмотрим ту ситуацию, когда эта большая нога впервые проявилась у меня, то есть появилась у меня в пространстве. Что это было за ситуация на физике? Вижу, как будто бы кто-то, какие-то врачи делают какую-то типа операцию, она все черное там. Какое-то существо как будто бы лежит, но у него так вот, только есть ноги черные, и первая, вторая вот чакра, и как будто бы там кто-то что-то, какие-то существа что-то там достают, делают, и вот так такие круги прозрачные, и там все такое, как лед, как ледяные такие плоские вещи достают и так развешивают в пространстве. Угу. Так, так что это за операция? Ситуация? Угу. Что это за на физике за операция, Виктория? Давай посмотрим. Они считываются насильники. Имеют отношение к сектору магии. Так, а что они делают? Чем они? Сейчас я его почему-то одного словила. Так идет, словила. Приказываю ему отвечать, что они делают. Приказываем отвечать. Сначала появился как робот серый какой-то странный, а внутри проявился как такой маленький ангел. Говорит, создание человека. Гибрид. Гибрид человека. Это он, да? Гибрид. Нет, они создают какой-то гибрид человека. Так. А где я в этой ситуации, Виктория, нахожусь? Когда ты это спросила, я увидела такой большой шар в секторе будущего, первоисточника, и вот так он подул, так. Дал свой дух. Так. Так, что это за ситуация, Виктория, когда я дал мой дух? Ты вопрос какой-то задай, какой-то. Что за ситуация? Ну вот она, эта ситуация. Ага. Так, что на физическом плане, Виктория, происходит в этот момент этой операции? Так, я слышу разбрасывать. Вот эти существа, которые это делают,
они вот так, вижу, что-то разбрасывают. Они вот так, знаешь, как письмена пишешь, пишешь стихи, потом они не выходят. Пожмакал и выбросил. Угу. Так, кто эти? Это доктора? Кто это насильники? Приказываем проявиться в соответствии их физических ДНК. Проявились в секторе магии, их, они вот по такой спирали пошли, как будто бы это спираль ДНК с нижнего портала, вот так вот выстроились, как по такой, как на лестнице, ангелы. Угу. Так, кто из них главный? Приказываю выйти на полшага вперед и отвечать, кто он такой? Он там внизу, в этом черном шаре. Угу. Так, кто он такой? Приказываю ему отвечать. Он лежит. Он лежит, и сейчас я вижу в секторе интерферентов, как грудь вздыхает. Вот так. Сатанаил. Противник. Угу. Так, есть у Сатанаила, Виктория, частички моей души? Есть. Угу. Что это за частицы, Виктория? Давай посмотрим. Я вижу везде. Угу. Сейчас я посмотрю. Оно идет, что, что ты, как бог эфира, творил его. Что ты был первее, чем он. Mm. Что ты считывается как соучастник творения. Как это? Ну, так идет, я так и говорю. Mm-hmm. Соучастник творения вот этого существа, так скажем. Ну, ну, сейчас я посмотрю, как ты его творил. Угу. Давай посмотрим, что это. А, вот оно что. Я вижу вот это. Вдохнул жизнь. Нет, выдохнул из себя. Выдохнул. Вот это. Да. И все оживил. Одухотворил и радуешься. Ты находишься вот как в свету, свет первоисточника. Все пространство было такое, как... Вот так оно просто ждало, как будто бы. Угу. Как никакое, как пустота какая-то. А когда ты вдохнул, начались вот такие процессы. Все ожило, оживает, и цветы, и жизнь, и гармония, и солнце сразу. Вот это все так начинает оживать, все оживает. Угу. И ты постоянно так оборачиваешься, как к первоисточнику, и как бы сверяешь свое творение. А он в это время, ну, чем-то другим занимается. То есть ты как будто бы вместе с ним творишь, но он как бы твоими руками творит. Как будто бы у тебя есть эскиз, да? Или план. Да, по его лекалу. Я... Да, да. Угу. Так. И таким образом во всем творении есть и твоя частица души, твое желание. Угу. О. Мое желание, да? Да. Так. То есть это духовная твоя составляющая. Угу. Так, таким, значит, образом вот эти мои частицы души попали в это тело Сатанаила. Ну, они понимаю? Все тут, и Сатанаила, и этих всех. Угу. И этих программ. Вот, и это вот, это ящерица черная. Ну, все. Все так. Оно живет за счет гармонии жизни, я слышу. Так, я хочу сделать так, чтобы забрать все мои частички души с антимира. Я вижу, что когда вот эти творцы, они что-то сотворили, какую-то вот эту ногу. Угу.
А что это за Так. нога? Сейчас надо посмотреть. Давай, Виктория, посмотрим, что это за нога такая. Она выходит, как будто бы вот это существо, которое лежит, но оно не гармоничное. Это как будто бы сложили типа женщину, но отдельные все части идут. Вот живот отдельно, и он не соприкасается там с ногами. То есть это вот такой, как тяп-ляп. Разобрано, как этот Вельзевул из кусков. Да. Так, а вот эта нога? А эта нога каким-то образом, вот она как имеет такую подключку, прямо вот как бы в родовые пути. Ну, только как будто бы ей срез, разрез сделали, как кесарево. Угу. То есть это, вероятно, идет какой-то процесс творения, только не по конам Вселенной. То есть это как бы не на физике, это в Да, в каком-то эфирном тонком пространстве. пространстве, да. Вот. И я вижу, Так. Это нога, странная такая нога, и там она как бы отрублена, и сверху такой глаз, который смотрит. И еще в сектор магии идет от этой ноги подключка. Так, кто там? Кто в секторе магии находится, ему приказывают проявиться согласно его физической ДНК. Слышу маг и вижу... О, Илья! Ильюша. Ты смотри! Но без него никак. Так, приказываю Илье отвечать, что он делает в моем пространстве. А он говорит, сотворяя ногу. Это какая-то программа нога. Угу. Так, сейчас я ее рассмотрю. Сейчас я его закрываю. Закрою его. Угу. Так, сейчас я сама разберусь, что это. Ага. А, ты мне показываешь. Угу. Это правая нога. Так. Это программа. Ходить. То есть делать, ходить, движение. Я вижу, как такая картинка идет. Вот дорога вот так вот куда-то ведет, а там сияние. Mm-hmm. А вот эта нога, она вот так отклоняется вправо. Я mm-hmm. стою как будто бы, ты – это я. Mm-hmm. С этой точки, с этого ракурса я смотрю вправо. Такая идет как... ледяная дорожка, как лед, искусственная программа. Не попасть в цель. Да, а чем дальше идет эта нога туда, тем ближе подбирается вот эта черная энергия этой ящерицы. Вот откуда эти ящерицы. Они же самые первые начали, по-моему, этих ящериц выдумывать. Они не выдумывают, они просто берут. Это с этих темных пространств, с этой, вот. То есть, чем больше человек отклоняется от истинного пути, правильного, тем больше он намагничивается и уходит в магии. Я слышу выбор. О, это программа «Выбор». Ага. Делать неправильный выбор. Потому что человек, когда думает, торгуется, а если то, а если шо, а если это, то будет то это ничего не значит. И имеет значение только, когда человек начинает действовать, действие. И это символизирует вот эта нога. Угу. Так, и как я как Илья связан с этой ногой и мной? Сейчас он держится, ты показал мне правую ногу, а он показывает его левую ногу. Это его карма, что привела его сюда на разборки с нами, со всеми. И я вижу, как это из прошлого сеанса.
только что был сеанс, где он проявился с такой ногой, которая съедена. Высушенная червями. Да. Вот. Это его решение колдовать, околдовать мир. Так. Вот. А он, как все творцы, имеет частицу тебя внутри себя. И я тоже, и все-все-все. То есть и хорошие люди, и плохие. Все-все имеют, они сотканы из эфира, из этой материи жизни. Так, и как эта нога... Вот я вижу, как эта нога, эта программа, она вот так как стоит, как будто бы перед тобой, или, скажем так, стояла, когда ты занимался, увлекался этой эзотерикой. Вот она, потому что сейчас она вот так, когда я прохожу по времени, то она вот так сильно уменьшается. А вот тогда, это связано, когда ты вот с этими книгами, да, то есть символы изучения, вот, то есть ты как будто бы начал выполнять миссию магическую. И вдруг ты так как хлопнул рукой и говоришь «баста». Хватит. И взял эту ногу, она как будто бы такая плоская, незаметная, как будто бы изо льда сделана. И она действительно имеет геометрические там такие фигуры, что вообще не вяжется с энергосистемой человека. Энергосистема человека имеет совершенно другое строение, тор. И все энергии, они как шары закругляются вот так вот. А геометризация – это как раз творение без духа. То есть это... творение вот этого Сатанаила и его команды. Понятно. Так, я хочу отменить это решение и эту программу не принимать в мое пространство во всех воплощениях, между воплощениях, но во всех уровнях, во всех временах. Я отторгаю эти программы. Может, забери свой дух с этих конструкций и с этого творения демонического. Так, хорошо. Потому что я вижу, как ты хочешь забрать свой дух хорошо. С этих всех конструкций. Я забираю мой дух со всех конструкций демонических этих существ. Везде, где я этот дух оставил, я возвращаю его обратно. Очищаю и восстанавливаю мою целостность. И целостность всего нашего живого пространства? Восстанавливаю целостность всего нашего живого пространства. Жизнь, коны, первоисточника, гармонию и процветание. И вижу, как с правой ноги уходит черная энергия. Вот. Так, вот эти импланты на пуповине я тоже убираю, отторгаю. Я вижу, как ты этому доктору вот отдаешь этот шлепок, запрещаешь его бить. Запрещаю меня бить. Подлетаешь как ангел в сектор принятия решений и отвязал. Я слышу, упала такая штука, а называется колыбель души. Разрушай и забирай всю живую энергию с колыбели душ человеческих и с твоей колыбели, где они заулюлюкали душу, чтобы она выбирала не жизнь. Забираю все мои частицы духа, я забираю все частицы мои, возвращая, очищая. Возвращая к себе пламя жизни, гармонии, процветания, энергию суверенитета своего личного. Возвращая суверенитет, пламя жизни, счастье, память, генетическую память, потенциал, энергию.
всю целостность, все, что я потерял, и возвращаю, чтобы быть целостным. А всю карму насильникам отдаю, лжецам, призывая силы кармы. Вижу, как черное, вот это как дыхание, как ветер. Вернулся. Отправляй все, очищай все наше живое пространство. Очищай все наше живое пространство и наполняя живительной силой жизни, энергией, светом первоисточника, конами первотворца. А еще я увидела ураганы, наводнения, землетрясения. Потому что это творение этих, это желание этих тварей, которые желают убивать, разрушать, уничтожать. Пусть карму получают и освобождай нашу Вселенную и нашу планету от их разрушительного действия, воздействия. Я это делаю, Виктория, запрещаю этим тварям эти воздействия, использование чистого эфира. Отдаю им карму за это, запрещаю использовать природу, жизнь на их цели и восстанавливаю землю, творение, жизнь и гармонии нашей Вселенной. Вижу, как эта нога, это этот интерферент, типа, ну, это программа, да, бьет, именно бьет по голове этого, ну, теперь Илья, этого Творца, вот. Я ему приказываю, и ты приказывай забирать все его творение негативное, вот это магическое, и применять к нему же все насилие, эту всю магию, и запрещаем переброс кармы на живую Вселенную, на живые души. Мы все я видим. Я ему приказываю, все видим, да. И передаем информацию каждой живой душе. Да, Виктория, я это делаю, запрещаю ему все эти махинации, все их его духом, эгрегором, всем его программам, ему самому забирать его же руками все его воздействия, применять на нем же. Очищаю пространство, все чужеродное отправляя на аннигиляцию, сжигая, закрывая порталы. Эта ржавая программа уходит. Освобождайся полностью, зайди в тот момент, когда ты, все твои эфирные тела будут свободны, чистые, полностью выталкивай все чужеродные негативные программы, наполняйся светом, энергией, восстанавливай свой живой дух. Восстанавливай живой дух, Виктория, я это делаю, и зайдем в тот момент, когда я все это сделаю, стало ценность, целостным и свободным на всех уровнях. Во всех временах. На счет три это произойдет. Один, два, три. Я вижу, что ты как вышел с этого пространства, поднимаешься вверх, оживляй все твое пространство живое, наполняй духом, энергией, жизни, гармонии, счастья, процветания. Наполняя живительными энергиями процветания, счастья, жизни, любви, гармонии на всех уровнях, во всех временах. Запрещаю вторгаться в мое пространство. Я суверенная, живая душа. Все мои желания исполняются так, как я хочу, по конам первоисточника. Хорошо. Так, Виктория, посмотри, как я сейчас выгляжу. Смотрю, что ты вот так как-то головой влево-вправо, и снимаешь такой, как будто бы ты выходишь из такого огромного шара и выбрасываешь его, а он имеет вид, как будто это наша Земля, как земной шар. Считывается матричная структура. Оно такое, как будто это земной шар, но в такую, как в клеточку. И он так сожмякался и уходит все. Очищает твои верхние все чакры, очищаю, наполняя живительной энергией жизни, гармонии и эфиром жизни, нашей священной материи жизни.
очищая и наполняя жизнью, энергией, чистым эфиром. И восстанавливаю чистоту всех моих каналов с первоисточником на всех уровнях, во все времена. Никаких каналов я, конечно, никогда не видела. Ну, да. Потому что это все как единое целое. И я вижу, как ты вот, ну, это теория о каналах, это вообще эзотерика да, сплошная. Эзотерика. Я вижу, как ты просто поднимаешься, соединяешься, как будто все это частица всего общего. Соединяясь, ага, соединяясь с жизнью первоисточника. С твоим высшим я. Высшим я. Подсознание все очищая. Поднимаемся еще вверх. Виктория, максимально вверх. Да. Все. Спроси, Виктория, у меня все ли мы сделали для меня на этом сеансе? Да. Ну хорошо, прощайся со мной. Отсоединяйся, Виктория, от всех и всего. Проверяй твое личное пространство. Да, все хорошо. Наполнись энергией жизни, счастья, любви и гармонии. Хорошо. Я посчитаю, Виктория, от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговаривать, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся.